Глава Якутии принимает участие в работе Арктического форума в Архангельске. В рамках форума представили проект госпрограммы развития Арктики, но документ не получил поддержку Госкомиссии. Егор Борисов считает, что госпрограмма развития Арктики нуждается в доработке. В частности, в ней должны учитываться интересы и права местных жителей. В целом, Якутия выступает за комплексный подход к формированию госпрограммы развития арктической зоны, что предполагает поддержку всех системообразующих проектов. Речь идет о реконструкции морского порта Тикси, создании высокотехнологичной жатайской судоверфи, строительстве судов различных типов и назначении в целях обеспечения северного завоза, а также дноуглубительной техники. Правительство республики настаивает на включении этих якорных проектов в госпрограмму с соответствующим финансовым обеспечением. По мнению Борисова, в нынешнем виде проект госпрограммы не выглядит исчерпывающим механизмом развития, так как в нем нет социальной составляющей. Мы в Якутии, например, когда разрабатываем стратегические документы, когда разрабатываем такие нормативно-правовые акты, прежде всего в центре внимания ставим человека. Любого человека, на которого мы нацеливаемся. В данном случае речь идет о том, что вот тематика развития там Семмерпути, развития, скажем, шельфа арктических морей, это инфраструктурные проекты, насколько затрагивает человек, который там живет. Это, на этот вопрос, к сожалению, мы ответа не находим. Поэтому мы будем поддерживать только в том случае, если появится именно человек, который там сидит, вокруг которого мы должны работать.